Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я только что ввел в строке поиска YouTube Friday Night Funkin' и отсортировал видео по самым популярным во всем мире. И самое-самое популярное видео по Friday Night Funkin' это мини-член экипажа Among Us убивает 8 Friday Night Funkin' персонажей Among Us. 45 секунд оно длится, 37 миллионов просмотров, канал Damn Records. Давайте посмотрим. Неплохо. Доброе начало. Так, это что ж, спукисы тоже умрут. Даже как-то обидно, что спукисов вот так вот взяли и убили, а. Я спукисов люблю, мои любимые персонажи, наверное, вообще Friday Night Funkin. Животворящий крест немножечко подвел, но зато сила молитвы, она, как всегда, что называется, рулит. Ты сожрал лимон с лимоном, ну ты извращенец. Простите, это я не понял. Классика, классический способ убийства. Замечательная анимация, главное доброе, главное позитивное, поучительное, все как мы любим. Идем дальше. Дальше тут идет три видоса с канала Prismatics. Ну, я думаю, мы откроем вот это самое популярное, 19 миллионов, просто посмотрим, что оно из себя представляет. Friday Night Funkin, битва с отцом, но каждый раз бойфренд делает ход, новый скин мод. Вот такая тема. Бойфренд делает ход, у нас новый скин мод. Представляете себе, даже в рифме. Ага, понятненько. Так, а сейчас опять будет новый скин, да? О! Ностальгирующий критик! Вот этого я, конечно, не ожидал. Слушайте, а из него хороший батя получается. Идеальное лицо просто, знаете, для этого. Даг Уокер вообще один из лучших видеоблогеров, наверное, за всю историю Ютуба. Если не знаете, рекомендую ознакомиться. Ностальгирующий критик, очень крутой чувак. Так, это у нас получается пластилиновый... Господи, что там за рожа? А, вот этих, да, 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 у меня была такая модификация, я играл, 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 вот это прыгающая жопа, помню было дело, да, да, да. Так, хорошо. Чем дальше нас удивят, мне интересно. Ну, ружье в руке, замечательно. Это из какого-то мультфильма, да? Это, а Girlfriend что-то парнем, по-моему, стало, нет, или мне кажется? Так, что у нас какой-то Элвис, Элвис Пресли тут 21-го столетия. О! Капхедики! Здорово, пацаны! Вот это мне нравится. Слушай, я бы такой даже бы сыграл, наверное. Так. О, ну это классика, ну. Без Гомера, ну никак. А почему там Лизы Симпсон нет? Там Лиза Симпсон должна быть. Картман! Ну, Картман это лучшее завершение. Без Картмана вообще ничего обойтись не может, ребят, в этой жизни, я считаю. Канал DMG, тут 7 миллионов просмотров. Видео называется Perfect Story Mode. Идеальный story мод! А, ну это идеально, когда у вас этот босс-молокосос в роли в бойфренда. А вот это как-то не очень идеально, да? Секунду! 0.25 скорость. Понятно! Тогда все понятно, ребята. Замечательно. Господи, боже мой. Да, слушайте, это... это явно стоит 7 миллионов просмотров. Тут и побольше может быть. Но это смешно, на самом деле. Правда. Рожи такие, конечно. Господи, Иисус. Ты за что ее схватил? А, ну да, естественно. Гляньте, гляньте. Это мгновенная трансформация в Санса просто. Просто мгновенная. Обратите внимание. Внимание. О, лимон демон, здорово. Из лимонов что-нибудь приготовишь, нет? Эй, ну чувак, из лимонов. Он вскипятил маленького бойфренда. Чоп, собственно, нет. О. О, я узнаю эти помехи, ребят. Эти помехи я узнаю везде. Конечно. Ты гей? Хорошая концовка.
Охеренный ролик. Обалденный. Ребята, ссылки на все видео в описании. Переходите, потом их поддерживайте авторов. Следующее видео с канала Статиски. Оно не то чтобы шибко популярно, но мне захотелось посмотреть. Батя борется. Dad struggles. Батя превозмогает. Вот. Папа, это бойфренд. Господи, серьезно? Да ему в детский сад надо. А у него острые зубы? Зачем тебе его острые зубы, чувак? Типа у всех в адской семье должны быть острые зубы? Нет. Ну тогда пошел он нахрен отсюда, да? Окей, где он? А, или типа он боится, что он его покусает? Вау, не, чувак, тут бояться явно нечего. Бип! Он ему понравится однозначно. Это лучшие слова, которые можно услышать от будущего, как это, зятька, да? Слышь, а он это, не мелковат? Случайно. Он по-прежнему растет. Ну так может придет, когда подрастет, не, доченька? Ну вообще нормальная реакция как бы от отца в принципе. Так, я не понял, кто кого перерычит что ли? Ты что, на отца будешь? На отца будешь рычать что ли? А? Будешь на... Ой, бать, превозмогай давай. Старайся. Старайся, мы в тебя верим. Они так любят друг друга. А я... Так хочу, чтобы они друг друга не любили, и он обратно вернулся в детский сад. Потому что у него уже, наверное, тихий час. Что же делать, да? Опа. Маман видит, как он там злые козни какие-то строит. А чё он такой молодой? Эй, вы это, понимаете, заказы? А-а-а! Наемному убийце звонит. С яблочком. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Хе-хе-хе. Да, этот хитман агент 47 точно его устранит. Своим охренительным водяным пистолетом. Так, когда у них такие глаза, это что означает? О, боже, что я делаю? Я же... Вот так вот, без слов, взяли, помирились просто, да? Чего? Нет! Блин, всего лишь хочешь убить человека, почему такие сложности? Acquaintance. Как это переводится? Я сваливаю отсюда. Не, ну как бы да. Ты не выполнил условия контракта. Ой, да расслабься. Ой, чё, ой, да расслабься, я их отравлю потом, этого пацана все равно. Нам не нужно. БИП 2001, вот это автомобиль, ребята, вот это... О, господи, Иисусе. Теперь он его точно возненавидит. БИП 2001, да, замечательно. Канал FS Smash, Торстен Вафлс против... Кота, который делает А. Пожалуй, хватит на сегодня. Если вам понравились все эти видео, переходите к авторам внизу в описании ссылки, как я уже говорил, и поддерживайте их. Также, если вам не трудно, поддерживайте меня. Лайки, комментарии, просмотры, подписчики, все такое прочее. Ну, вы все знаете, прекрасно понимаете и без меня. В общем-то, и на этом мы заканчиваем. Это было потрясающе, да. Особенно под конец. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.